Такая, здорово. Я лошадь Артура Моргана. Осталось совсем ничего. Сука, давай быстрее, слишком медленно. Все бьют бесплатно. Ура! О-о-о, фэн-мобиль, еще буду, тут всем хватит. Всем привет, ребят, вы на канале Nixon Sleep. Сегодня мы продолжаем уже 29-я серия по Red Dead Redemption 2. И перед тем, как продолжить, я... знаешь, Артур, это болезнь романтиков, да, и перед... Сука, какая надежда. Я про надежду. Да, охуенно надежда. Короче, я хочу переодеть Артура, а то как-то мне не шибко нравится, в чем я одет. Дебошир. Этот костюм подходит для жаркого климата. Не, хоть у нас тут и жарко, но я не хочу быть дебоширом. Я уже... Да, вот я вот, внутренние земли. Это костюм для жаркого климата. Во. Все, отдели внутренние земли. И в прошлой серии, значит, мы выполняли квест у старика. Мы узнали, что он торговал людьми, там, неграми. Он просрал всю свою работу. Он там был и учителем, и что-то на ЖДшечке работал. И все. А нет, еще, по-моему, любовный какой-то квест мы делали. Что-то тут Киран берет и моет. Чистит лошадь рядом с моей хатой. Что же, Адрискол, хорошо себя ведешь? Я не Адрискол, сэр. Ага. Как лошади? Неплохо, ну то есть... Могло быть и лучше. Они меня беспокоят, и им здорово досталось. Мне бы кормил лопуха, хотя бы парочку, тогда бы я сделал припарку этого улича бы от всяких болезней. А. Корни лопуха? Да, да, он лучше всего. Ладно, если найду, принесу его тебе. Сука! Спасибо, сэр. Блять. Корни лопуха! Вот нарвался себе на квест. Киран, попроси принести ему корень лопуха. Ага. А у меня он вообще есть? Ну, типа, отдать. А, уже есть? И вот корень лопуха, о котором ты просил. О, ты в самом деле? Ну, спасибо, теперь я все приготовлю как надо. Отлично. Красивая, кстати, у него лошадь. Такая необычная. Розоватая, коричневатая. Керамп, да, все, типа, вернись, когда будешь, но он награду мне, короче, положит рядом с лагерем. Вот, также я еще и... А, то почему ты забрались так далеко на юг? Мне это не нравится. 500 слуг закона можно здесь вместить. Артур, ты же не настолько тупой, я ведь негритянка. Я знаю. Я не дам вас в обиду, мисс Стиле, да. Артур, моя мама была рабыней, пока ей исполнилось 15. Я не дам вас обиду, мистили. Клянусь. Не сейчас. Ну все. Все, покатили. Мне не дают сказать, что я делал в прошлой серии до конца. Я еще охотился. Охота была огненная. Я хочу еще раз посмотреть, чтобы удостовериться. Мне осталось только пума, бобер и лось, которых я не буду сейчас искать. Потому что, ну, я заебался, охотился, и я лучше оставлю это на потом. Может быть, как-нибудь выполню. Да, вот мне две сумки надо их. Чтобы их открыть, надо вот эту открыть. А рецептов у меня никаких нет. Так что иду-ка я нахер с этой сумкой. Здесь две пумы. Тоже, может быть, когда-нибудь выполню. Желе все окей. Стол тоже все окей. Я не знаю, зачем, правда, это. Вроде смысла особого в этом нет. Но плюс уважение, типа, к банде. Вот шкура бобра. И рога лося. Все, типа... Больше у меня ничего нет такого. Пожертвовать? Вот, нет, пожертвовать я могу, наверное, что-то, но... Вот змеиная кожа, но я ее оставлю. Ее, насколько я знаю, можно отдать травнику там на какие-то шмотки, которые может дать только мне травник или охотник, что-то такое. Вот, у меня тут есть превосходная шкура. Я могу тебе отдать шкуру казана хорошая, нафиг она мне нужна. Да, мистер Морган. Так, и все. Все, вот превосходная шкура овцы еще. Не, все. Да, good job. Короче, планы у меня на эту серию такие. А именно, я хочу, короче, наверное... Нет, карты сокровищ пока не будем. У меня с деньгами все оки-доки. Ограбление дома. Rocky 7. Одна состоятельная парочка недавно купила себе дом к северу Ван Хорна. Надо заглянуть к ним. Я гуглил, кстати, этот момент, потому что этот магазин найти на самом деле сложно. Дом. Его так просто не найти. Он подписан на карте вообще совсем по-другому. И сейчас я на нем метку поставлю. Вот. И оружейная лавка Сен-Дени. Туда мы тоже заглянем. Вот. Охота
Теперь у меня остались вот... На что я буду, наверное, охотиться периодически, это легендарные животные. Они у меня разбросаны по карте. Если у меня, допустим, игра выскочит вот подсказку, вот здесь я уже убивал легендарное животное, я его убью. Вот, к примеру, у меня вот где-то вот здесь легендарное животное есть, там легендарное. Короче, их еще до хрена. Но их я буду на запись проходить. Я лишился рассудка, мистер Морган. Я полностью его утратил. Я тоже рад вас видеть, пастор. С ума сошел. Когда-то я был интеллектуалом, а теперь просто мудак. Ну, лично мне всегда нравилось быть дураком. Я знаю. Вы все смеетесь надо мной. Да. Иди-ка ты нахер. Мне сейчас не до тебя. Я хочу сначала выполнить, наверное, вот здесь квест. Вот Бэшечка в лагере. Раз я в лагере. Можем отсюда стартануть, а там уже побочки. Мне надо перекинуться с тобой пару слов, Морган. Что ты хочешь от меня, ну-ка? Изучить? Боб? В смысле, Боб? Боб. Масть золотистая в яблоках? Золотистая в яблоках? Артур, нам надо поговорить. Ты это мне говоришь? Говорит Билл. Ну давай, говори, что тебе надо. Что такое? Я тут... У нас на данный час какое-то дельце, которое нам... Мне это должно понравиться. И намечалось еще подкове. Но мы устроили его шумиху в Валентайне. Да, мы готовились ограбить там банк, но пока вы не наделали всех там глупостей. И у меня осталось такое чувство, что мы не закончили начатое. Это не моя вина. Неприятности случаются. Вот почему, когда я вляпываюсь, меня называют глупцом и идиотом. А когда неприятности случаются, сука, что так быстро? Это точно, Артур. Очень точно подмечено. Ладно, что вы все от меня хотите, сука? Давайте вместе ограбим чертов банк! Ух, вот это интересно. Ты думаешь, нам стоит вернуться туда? Четвером мы легко обчистим банк. Но врать не буду. Если явятся законники, да. Да нет, просто местные парни, которые поставили под ружье. То есть, если войдем туда быстро и тихо, сможем взять банк без лишнего слов. И если нас будет четверо, конечно. Но вы все считаете, стоит рискнуть? Это банк, Артур. И что? Добыча будет богатой? Если верить типу, с которым встречалась, да. Как раз заканчиваются торги. Море денег и толпа народа, слоняешься без дела. Хорошо, думаю, это дело и вправду стоящее. Бля, это же Валентайн, херач надо. Нам лучше дождаться утра. Мне лучше переодеться во что-то белое, приличное. Если я буду выступать. Ладно. Так, Билл. Надеюсь, ты нечто стоящее. Мы все подробно разведали. Надеюсь. У нас намечается крупное дело. Банк. Нифига себе. Ладно, поехали. Блян, ты переоделся, сука. Мистер Морган. Бюр Штраус, это человек-наемщик Томас Даунс. По всей видимости, он умер. Умер? Ну да, вид у него был нездоровый. Его жена, несколько мне известно, у него остались жена и дети. А она возьмет на себя ответственность, разумеется. И как будет время, загляните к ней и истребуйте деньги. Они затружат крупную сумму, сука, джентльмены, пора грабить банк. Итак, каков план? Ну вперед, пустим Карен. Она отвлечет внимание, а потом туда валимся мы. Это маленький банк в маленьком городе. Вряд ли там много охраны. Но нам нужен просто для подстраховки. Что ж, звучит неплохо. Бля, какие тут резвые субтитры. Ну что, выдвигаемся? О, динамит 5 штук. У меня, кстати, не было, видимо, динамит. Блин, реально быстрые субтитры. Это просто беда. Я еще плюс не знаток английского. Я что-то понимаю, но не до конца. И озвучки тут, ну, просто категорически вообще. Катастрофа, ее не хватает. Давай, изложи мне еще раз свой идеальный план. Ну, они идеальны. Когда начинается пальба, никакой план не останется идеальным. Ну, успокоил, как успокоил. Как я и сказал, посмотрим, как пойдет. Если сможем пробраться в город, отправим мисс Джонс вперед в банк. У нее и они ее знают. Я покажу вам, парни, как нужно работать. Что ты задумала на этот раз? Не знаю. Всем нравится заблудшая девица. С другой стороны, никто не сможет изобразить пьяную шлюху, как я. А оба варианта годятся. Когда она отвлечет их внимание, заходим мы. Когда я вчера осматривал то место, там было всего два охранника. Мы разбираемся с теми и с клиентами, которые заходят погребействовать. Еще у нас есть ты, эксперт по сейфам, да, Артур? Конечно. Кстати, я этот момент просто не могу упустить. Я
понял, что в RDR можно фоткать. И этот момент просто, ну, я считаю, он, блядь, он легендарный. И надо как-нибудь... Нет, надо нащупать ракурс какой-нибудь. Ну, вот этот, блин, дебил вообще вперед ускакал, если только вот так вот на память, так скажем. Вот так вот поставить. И фильтры тут есть, вот фильтр, типа, мы втроем, банда, кавабанда, такие скачем, ну вот, наверное, вот этот вот. Просто у меня еще 60 снимков осталось. Вообще, надо было поэкономнее, ну ладно. Теперь я понимаю, чему вина. Эй, я могу и сам. Нет, уж, давай лучше я. Я уже сбился, что они говорили. А дальше сказал тебе, что я тут кое о чем договорился с этими Греями? Что? Нет, о чем договорился? Рассказывай. Вот ты не понимаешь, Морган. А я ведь вкалываю не меньше твоего. Ой, все выебло. Но мы с ними выпивали несколько раз. Судя по всему, они нуждаются в дополнительной охране. Ага, не сомневаюсь. Мы не можем на этом подзаработать. Пораскинь мозгами, мы такие у них перед глазами маячим. Да, я знаю, Морган. Ты называй меня по имени, сука. Какой тебе Морган? Это есть... Порода тут лошади Морган. А он меня, блин, лошадью как будто называет. Обратно Валентайн? Даже не верится, что мы возвращаемся в Валентайн. Только не говори, что без сожаления стал тут банк нетронутым. Да как ты без особых? А работать в городе и не ограбить банк? Это стыд и позор. Но мы не то что работали в городе, мы просто разнесли его к чертям. Да. А это ты сделал, Морган, а не я. Лично я сохранял спокойствие. Так я кому в морду разобрался с дрисколами. Да ну! Я же говорю, если ты провалил дело, неприятности случаются. Если я, значит, я идиот. Ну, Билл, я даже не знаю, что сказать. Удивительно, что ты еще не подколол меня насчет динамита. Да, кстати, ты мне динамит дал. Я сделал одну ошибку, мне будут вспоминать ее до самой смерти. А ты что хотел? Благодарность? Медаль? Просто знай, что на этот раз у меня все схвачено. Ну раз мы посмотрим, как пойдет. Да, я надеюсь, что все будет окей. Вот сейчас, кстати, кадр еще, по-моему, лучше. Сейчас и этого дебила видно. Правда, нашу бабенцию не особо видно. И у этого лошадь какая-то, мне кажется, жирноватая. А моя какая-то такая укуренная. Блять. Такая, здорово. Я лошадь Артура Моргана. Тебя можно даже как-нибудь вот так вот сфоткать. Прикол просто. Просто сасный прикол. Стой. Сасный прикол. Охуенно я сказал. Так, мне надо вот, да, оригинальный. Теперь взять и... Как-нибудь, я не знаю, нащупать. Во, вот, вот так вот, чуть, вот что-то типа того, только нашу бабенцу, опять же, ее плохо видно. То этого не было видно, а теперь его видно, ее не видно. Сука. Выдержка, а что за выдержка, типа? А, все понял, это типа вот как раз то, что мне надо. Это повышает контрастность в изображении. Теперь я ее лучше вижу. Ага, сфокусировать выдержку. Степень размытия еще есть? Не. Тут все окей. И тут можно, допустим... Я знаю, может, это не вовремя я это делаю, но такие моменты, они должны запомниться. Вот, что-то типа того, вот. Хороший фильтр. Мне нравится. Билл, проблема с Корнуолом. Итак, если подумать... Мы играем в поиск Корнуола, убиваем его людей в Валентайне. Нападаем на его дилижанс. До тебя только сейчас это начало доходить. И теперь мы возвращаемся в единственное место, где он станет нас искать. Охуенная логика. И в этом вся штука. Люди никогда не видят того, что у них прямо под носом. Так не всегда бывает. Что с тобой? К старости ты стал каким-то дерганым. Это все из-за последних событий. Забудь по Корнуолу, вряд ли у него осталось много людей. К нему пришлось попотеть, но мы же все же оттуда выбрались. А вот и унесли немного. Если в Алитане мы справились вчетвером, да и после ограбления дилижанса тоже вчетвером справились, то я ни о чем не беспокоюсь. Тебе виднее.
Билли, нужно быстро действовать. Ну давай спрошу еще это. Когда окажемся в Валентане, нужно будет действовать быстро. Уверен, что они нас не забыли. Конечно, действуем стремительно. Дач будет в восторге. Сначала разберемся с этим делом. Вот с ним, я вспомню, какая миссия у меня была с ним. Это когда мы в лесу что-то спрятались ночью, от кого-то бежали. С лошадьми прятались. Потом ночью была перестрелка. Это была, кстати, очень... Одна, наверное, из немногих интересных миссий здесь с перестрелками. Другие просто как бы перестрелки идут. А там прям какая-то история. Вы скрывались. Ночь. Что-то выжидали, а потом все-таки мы спалились. За нами бежали. Мы убежали в лес. Очень сасная миссия была. Надеюсь, с банком тоже будет интересно. Потише, теперь мы уже на месте. Да. Валентайн. Место, где я пробовал очень много времени. Я помню, как мы тут в кино где-то ходили, слева будет. Да, я тут еще помню, шлюху мы спасали. И я труп, получается, поросятам что-то скидывал, они его съели. Хотя мог бы ее подставить, но не стал, типа, это не по-человечески как-то. Всякое бывает, домогался. Сейчас еще банк будем грабить. Только что-то как-то... Незнакомец, нет, не будем говорить. А где банк, кстати? Я не помню, про какое именно место они говорят. Доброе утро. Рядом с домом, рядом с этим домом шерифа, что ли? Или чё? Так, оставим лошади здесь и в стороне от главной улицы. Ну, само собой, чё бы мы потом... Лошади пусть будут здесь. Так, джентльмены, мы на месте. Приготовьтесь. Да, мы такие беспалевные, люди ходят, видят, что у нас оружие, а мы такие идем. Да, вообще заебись все. Карен, твой выход. Конечно. Давайте посмотрим это от первого лица. Ладно, ребята, идите со мной, по атмосфере такие идем. Грабить банк. Такие, оп-оп-оп, грязь вот эта вечная. Тут никогда не высыхает, тут постоянно грязь. Это грязище. Но мы не решили. Выбейте, кто будет... кого будет... Я маленькая заблудшая девица или пьяная шлюха? Заблудшая девица, девушка или шлюха? Давай будешь девицей. Кого выбираешь? Давай девушка. Пожалуй, я хочу видеть заблудшую девицу. Ну, давай. То есть тебе даже не хочется спасти падшую женщину, а Артур? Ты разбиваешь мне сердце. Честно-честно. Сука, ты что, на меня обиделась, что ли? Я наоборот тебе комплимент сделал. Если вы готовы, начинаем. Удачи, джентльмены, мы справимся. Так, я такая несчастная. Я... У двери банка. Я... Это не самое подходящее место. Он скажет, что любит меня. Так что действуем. Нет, погоди, пусть она сначала заговорит им зубы. Обещал сделать меня... Может быть, лучше вам... А теперь я в положении, и... Я не хочу возвращаться в богадельню. Черт, а вот теперь пошли! Руки вверх, что ты такое ограбление, сука! Не двигаться! Не двигаться, сука, не вынуждайте меня, все! Открой дверь! Понял? Она открывает дверь. Так, закрываем дверь, тихо, сука! Так, дверь открыта. Так, я захожу, да? Артур заходит, смотрит деньги. Ты думаешь, мы шутим? Шевелись! Заставьте кассиру открыть хенчик! Открывай броню на городище! Открывай, сука! Ух! Я прям уже взял роль. Ограбить. А что там ограбить? Попить? Давай быстро. Ну как все идет? Слишком медленно! Дверь нужно открыть прямо сейчас. Осталось совсем ничего. Сука, давай быстрее! Слишком медленно! Давай. Ой, бля, кассир банка. Я, кстати, не помню это здание, видимо, я в него очень редко заходил. Ну че так долго? Сейчас менты нагрянут. Кстати, что тут еще есть? Ничего больше. Так, чувак, тебя опять ударить? Быстрее, сукин ты сын! Шевелись! Да, да, да. Да. Хорошо. Что ты дрожишь? Да что ты, крутит. Может, он вообще не открывает, а тянет время. Сука. Вот молодец. О, давай, деньги мои.
Так. Я внутрь смотреть, чтобы эта кондорская крыса что-нибудь не выкинула. Давай-давай, держи его. Открывай сейфы. Вот эти, вот это сейфы. Я просто не шарю. Делает управляющий. Я это делаю управляющий. Чё? Проклятие. Бля. И что теперь, взрывать что ли? Я попробую взломать или взорвать, а ты постой на страже. Я быстро. Вскрыть сейф. Ну, конечно же, вскрыть. Да, пожалуй, я смогу их вскрыть. Ладно, только не меди. Взломывать. Заткнись и не дергайся. О, ебать, движение цифер медленно двигай, чтобы выбрать, подобрать первое число. А как это? Когда будете его вращать, подберитесь ближе к правильному номеру. А как подобраться? Я не шарю вообще об этом. Не дергайся, если вернешься. Оп, один есть. Медленно поворачивайте вправо, чтобы подобрать второе число. Двигайте. Третье число. Как думаешь, сколько у нас? Не знаю. Но очень много. Это все слишком затянулось. Ограбить. Ууу, давай. Давай быстрее. Сейчас, подожди. Как успехи? Делаю все, что в моих силах. Так медленнее, зато тише. Так, ладно. Там какие-то люди. Я тоже их слышу. Ребят, надо шевелиться. Оп, первое есть. Второе. Эй, посмотри там, не волнуйся, я их вижу. Давай. О, все, второе. Давай, я буду присматривать за входом. Все, хорошо, еще три ячейки. Ебать. Пожалуйста, отпусти меня, никому ничего не скажу, клянусь. Заткнись и не рыпайся, ну как дела? Неплохо, я ведь говорил, цыплят по осени считают. Билл, как там у вас? Еще пара минут. Давай. Оп, хорошо. Теперь второй, давай. Давай, потихонечку. И Артур, ювелирно, аккуратно. И третий раз, давай. Все, отлично. Сразу давай. Я надеюсь, я все успею взять. Я просто не хочу шумно, нахер. Динамит лучше себе оставлю. Еще один обчистил, пока все прекрасно. Сколько еще осталось? Два. Совсем чуть-чуть. Как думаешь, что нам стоит? Этого точно хватит? Наверное, жду никогда не бывает. Во. Но я готов свалить отсюда ко всем чертам. Дело за тобой. Во, давай еще третий. Давай. Сука. Че так долго? О, все. Еще остался последний. И все. Забираем. Последний. Давай, Артур. Последний. Отлично, нам надо валить. Да какой валить? Подожди, мне надо последнее. Так, это теперь влево. О, хорошо, нащупал. А вдруг, я не знаю, тут оно типа насрать, как крутишь, или если слишком быстро прокрутишь, то все пиздец. Но я рисковать не буду, поэтому я кручу медленно. Все. И все равно быстро открыл. Так, вернись к Биллу и Карен и Лене. Все, идем. Так, тут больше ничего. Ну, хотя вот тут что-то у него есть. Что у тебя тут есть? Обыскать письменный ящик, ну-ка. А. Ничего нет. Блин, бомжи. А, этот уже спит. Ограбить. А что, честь не понизится, надеюсь? Или понизится? А, вообще насрать. Типа в этой миссии, в принципе, честь должна быть понижена, потому что мы грабим банк. Это не есть хорошо. Письменный столик, ну-ка, и чё? И чё? А тут не будет никаких записок интересных? Это типа так, дефолт? Вообще ни на что не влияет. Ну, мало ли. А вдруг тут это такое, оп? Водка на Корнуола. Нет, походу нет. Ладно, идем. Мы такие беспалевные. Все. Думаю, все хорошо. Идем, я пойду впереди. Вожди, сохраняйте спокойствие. Да, все окей. Все вы держите рот на замке и считайте до 100. Ясно? Все, мы никого не тронули. Все, спокойно идем. Да, я тоже считаю до 100. Он уже 10, 11.
Я про себя буду считать. Вот вдруг они нас наебут. Ну, у меня даже тут таймер есть, во. Я на таймер смотрю. Прошло где-то 20 секунд. Боже мой, банк ограбили. Блять. Смотрите, смотрите, вон там. Ёбаный свай. Сука. Вот наебали. Доставлять, читать, еще честь повышена. Ладно. Живым или мертвым. Сбегите от законника, белым карнан. Теперь все когти из этого городишки. Теперь мы точно в Валентайне вернемся. Пиздос. Ладно, ладно, бежим, 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 бежим. Едем, 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 едем. Погони нет, и хорошо. Главное свалить с зоны. О, все, мы уже Валентайн покинули. Просто надо ехать. 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 Так. Ох, я вот так попомню прям. Дерзко, резко без этого. Черт, да сколько их там? Так, подожди-ка. Вот это вот не надо. Вот этого говна не надо. Понимаешь, не надо. Все, 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 все. Я вижу слева еще. Ты их видишь? Да, я их вижу на карте. Радар их показывает. Бля, надо просто валить. Валить нахер. Как можно дальше. Осторожно, да. Давай две пули, чтобы наверняка. Осторожно еще. Да, еще. А где, подожди. О, бля. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот, подожди. Давай, все. Все или не все? Ты че? А почему ты в меня стреляешь, а не в них? Они как бы тоже виноваты. Я как бы ничего против своей банды не имею против, но почему именно в меня? Сука. Меня бесит эта логика игр. Против NPC ничего, а вот на меня всегда все. Все и вся. Бля, вон еще двое. Сука, через что-то они берутся. Откуда? Я сам не знаю, они вообще как будто в лесу спамятся и все. А я что, одного не убью, что ли? Серьезно? Ты че, блядь? Спать. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Как щемим, бля. Можно еще от первого лица постреляться. Чтоб такие, мы ковбои, ебои. Они все идут и идут. А вот я вижу. Ну тут два лучше, да. Типа, мало ли, вдруг не попал бы. Смертельную точку. Блин, ну от первого шкала. Давай на другую сторону, Морган, мы должны обогнать поезд. Должны, сука, должны, давай! Бля, банда чё? Бля... А, это не банда. Я уже напугался, думал, это банда, это эти, законники. Хорошо. Кажется, оторвались. Спасибо, джентльмены. Это было глупо и опасно. Да. Спасибо, Билл. Мы живы и добыли деньги. Я не вижу проблем, да? И в этом проблема. Все равно весьма неплохая добыча. Дач будет доволен. Пусть она нам и легко досталась. Да ладно, было весело. Что ж, может, и ты и права. А теперь пора уходить отсюда. У меня есть другие дела. Не надо ехать прямиком в лагерь. И убедитесь, что за вами нет хвоста. Это самое главное. Ладно. А то если хвост приведут, это все. Это все пиздос. Так, доберитесь до ранчо Даунсов. Даунсов. А зачем? Это еще не конец миссии? Лол. Прикол. Это еще не конец миссии, а типа, это же не ко мне в лагерь, получается. А сдалось ему это раньше, это вообще где? Ебать. А что он там делать хочет? Ну ладно. Ладно, Артур, поехали. Блин, надо будет потом один загуглить, короче, место, где находится лось. И поставить вот красные меточки, вот как у меня есть на мини-карте, какую-нибудь метку поставить. Что если вдруг я буду там случайно проезжать, я возьму и найду лося и убью его. И также с бобром, но только на бобра я поставил метку. Вот на бобре у меня меточка вот. Вот-вот где-то вот-вот она, да. Вот. Там бобры водятся, но пока этих бобров найдешь, пройдет минут 10-20, а еще они могут быть херовыми. Они еще могут от тебя убежать. Так что пиздец, это лучше как-нибудь потом. Я недавно еще посмотрел в статистике, получается, наверное, где-то две серии назад.
У меня оставалось где-то 70 сюжетных миссий. И я такой, йоу. Я еще надолго в Red Dead Redemption. Но сейчас, я думаю, у меня серии пойдут продуктивнее. Я начну делать их чаще. Их будет больше. Соответственно, и игра быстро пройдется. Потому что основной гринд, который уже здесь был, мне кажется, я его уже сделал. Вот эти дополнительные побочные квесты, охота. Этого осталось уже мало. Сейчас буду делать упор на сюжетку. Так, а кто это? Тело мужа еще не успело остыть в земле, как вы снова заявились. Арчи, я ведь почти выплатил долг. Ваш муж знал, что ушел, когда брал деньги. А, вспомнил. Знаете, мне жаль, что так обернулось. Но это был его выбор. Но я сделал этот мир таким жестоким. Не было у меня выбора. Он был хорошим человеком и творил добро. И у него не было выбора. А вы все равно, что убили, и не обманывайте себя. У вас выбор был. Вы так говорите, будто для меня убийство что-то значит. Вы когда-нибудь думали о том, что скажете после смерти? Надеюсь, там будет горячая жуткая миссис Даунс. Иначе я буду считать, что меня надули. А теперь, будьте любезны отдать долг. Да, нас же этот очкарик сюда посылал. Либо ты слепой, либо тебе не хватает уважения. Что из двух парней, я не слепой. Но к таким, как вы, у меня уважения нет. Знаешь, когда твоя мать закончит оплакивать твоего отца, мы будем тебе новый повод для траура. Подумай об этом, мальчик. Может, так оно и будет, сэр. А может, случится кое-что другое. Лучше читай свои книжки, запомни мои слова. Месть забава для недоумков. О, миссис Даунс, вашему кто нас выше всяких похвал. Чистота следует за... Да, поверю вам на слово. Всего доброго. Бля. Ебанутые быстрые диалоги. Благо, что я их перечитываю во время монтажа. Это один, наверное, из немногих плюсов снимать это на YouTube. Потому что я сам, бывало, какие диалоги не успевал прочитать. Я их перечитываю и все понимаю, что недопонял до этого. И складывается в голове картинка. А то так... Особенно, я не знаю, это, наверное, проблема от GTA-шек, Red Dead Redemption'ов. Почему-то в играх от Rockstar быстрые субтитры. В других играх я как-то вроде успевал читать, а тут... Тут как-то все печально. Складывается. И да, я бы лучше вот с этой мамки и вот этого пацана не брал бы деньги, я бы свои заложил. У меня там вообще 3 косаря баксов. Я не думаю, что они такие бабки им должны, но все равно... Я бы помог. О, 20 тысяч. Доля банды. Ваша доля 2750. Ебать. После того, как страсти Валентани улеглись, Билл считает, что наконец пришло время ограбить банк. Карен отвлекает внимание, пока Артур разбирается с хранилищем. А, я выполнил что, на золото? Опустошите все сейфы, убейте 5 конных законников, выстрелив вовремя по бегу на лошади, доберитесь до рачу Даунсов за 1 минуту 55 секунд, выполните сметку. Я прям красиво выполнил это задание, прям как... Я не знаю, вообще как красавчик. Должен сказать, что все эти странности по грамма чайной погони идут вам на пользу. Все таки отдыхают. Не будь я с вами знаком, то подумал бы, что одного возраста с этими глупышками. Добрый вечер, Артур, не болтайте глупостей. О, не-не-не-не, малыш, ну ты что, долба гач? Добрый, да-да-да-да. О, нет-нет-нет, да-да-да-да. Я бы женился на вас, если бы совершенно непорядочной женщиной. И это было бы лучший поступок моей жизни. Вы замечательная женщина. Лицо ваше кислее уксуса, а язык желчен и зол, но я знаю, что это просто шипы, какие бывают у розы. О, какой комплимент. О, вы методичный листец, вам говорю. Кстати, классный кадр. Я не теряю возможность взять и пофоткать свою банду. Я, кстати, банду свою ни разу не фоткал. Вроде бы. И почему-то тут режим нельзя менять. А, типа то, что от первого лица, я понял. Ну, какой-нибудь бы красивый фильтр наложить, на самом деле. Что-нибудь интересное. Я даже не знаю, что наложить. Но тут нифига не видно. Он прикольный. Но... Нет, тут тоже ни хрена не видно. Блин. Ну, вот этот красный, кстати, прикольный. Но я бы, на самом деле, бы больше яркости. Или вот, да, вот этот еще прикольный. Две фотографии одной.
Ой, я говорю правду, мэм. Мне пора возвращаться к работе. Ух, и эта женщина что-то есть кислое. Отдохнуть. Ну, давайте отдохнем после ограбления. Чего бы нет. И, кстати, вот, еще можно такое что-нибудь. Вот были бы все у нас тут в сборе, чтобы взять вот всех такое, сфоткать. Расширенный режим, приблизить. Степень размытия. Это... Типа размытие, ну я... Типа степень размытия. Я хороший делаю. Ну тут нет, нет типа вообще размытия, если вот так вот. Вот. Блин, такие охеренные кадры тут можно делать. Фильтры ставить, какие захочешь. Их тут просто куча. Просто сасно, я не знаю. Там охрененно. Так, как бы, ну, какой-нибудь бы такой. Ну, можно, не такой вот. Мне вот этот, сейчас скажу, какой мне понравился. Вот этот неплохой. Типа, да. Я не знаю, есть ли в каких-нибудь других играх такой расширенный прям счетчик кадров, что ты можешь фоткать. Не, я знаю, что на PlayStation, допустим, можно фоткать любую игру, там что-то нажимаешь на геймпаде, какую-то панельку там открывает, и можешь с разных ракурсов фоткать, но тут просто это сделано шикарно, мне прям нравится. Эбигейл сказал, что у Хэйси Джона вас ждут место, где спрятан самогон. Сейчас ходим за самогоном. Сейчас сделаем. Только я хочу. Ну, вот это можно забрать. Кстати, жвачку. 4. О. И все, бедные. Надо, короче, дать банде бабки немножечко. А то я как-то... Мистер Морган! Чё? Мистер Пирсон? Ну и страна, блядь. Давай поговорим, чё бы и нет. Знаете, иногда я рада, что оставил флот. Там слишком много мужчин. Ахаха. Слишком много. А здесь общество. Куда терпимей. Вот уж не подумал, что жизнь среди преступников может считаться терпимой. Знаете, я много повидал, сэр. И видел ужасные вещи. Бля, такой охеренный кадр проебал. Хотел, когда он в камеру смотрел, было прикольно. Я теперь буду везде просто брать и фоткать все подряд. Лагерь не фоткал просто. Поэтому лагерь стоит. Внимание, все. Знаю, да. Все. Артур, что у вашей палатки лекарства для лошади? Еще раз спасибо. Весьма признатель. Да не за что, только правда, у меня, наверное, нет места для твоего лекарства. Дать еще, кстати, спать не лег. Он что-нибудь скажет по поводу ограбления, что я молодец там. А, Дачи, скажешь что-нибудь? Нужно дать должное Биллу и Карен и Лене. Они правильно решили вернуться в город. Охуенно, Дачи. Ничего не сказал, такой посмотрел. Да, мне похуй. Все, отдать все долги? Какие долги? Какие долги, я не понял. А, $33? А, типа, все. Это долги мои были еще тут. Ваша доля. Ну, мне дохера на самом деле бабок, так что. Сейчас посмотрим. Так, а тут что? Это, типа, кто сколько влаживал. Ну, они побомжатни, конечно. С лекарствами. Нет. А хотите персона с провизией? Ну, можно купить. А что еще тут? Снаряжение, помните, боезапас, повозки, пишите кого-нибудь. Ну, можно, да. Так, ну тут я все купил. Тут ничего не надо. Тут просто все шикарно. Отлично. Лекарства я не буду покупать, потому что, возможно, у меня не будет места, которое сейчас заполнится, когда возьму лекарство для лошади. Так, и учетная книга, что учить? Или подожди, пожертвовать надо. Давай пожертвую. Сколько там надо? А, я не знаю даже, сколько это денег вам, банда. Ну, давай баксов так... Сука, я не знаю. Давай 200. Ой, что-то разогнался. Ладно, давай. Тогда. А пусть будет так. 379, все. Сегодня я добрый. Вот так и надо. Вот так и надо, нифига себе. Вот так и надо.
Уже покупать нечего, вот так и надо. Я и так уже вложился просто в этот лагерь. Я все обустроил, все тут сделал грамотно. Все вообще отлично, вот так и надо. А, кстати, да, я заберу. Hi, привет, Артур. Да, привет, привет, привет. С дачами идешь, да? Doing, как бы оживаешь, Молли? Fine. Хорошо. Хотя ночевать уже надоело. Yep. Да, такие дела. Она постоянно с дачем в палатке ночью срется. Чуть ли не ночью они каждый раз срутся. Сильное лекарство для лошади, бля. Боже мой, да ты перестань строить щенячьи глазки. Да, вон опять начали сраться. Короче, я посплю, а то, блядь, я не хочу их тут разборки слушать. Сейчас посплю. Да, у меня уже 40 минут прошло где-то. 40 минут, сука, прошло. Я выполню только одну миссию. Да. Так оно и бывает. Эта игра просто заставляет тебя в ней жить. Ты делаешь какие-то побочные действия, они точно забирают очень много времени. Да, и они до сих пор срутся, блядь, уже утро, они срутся. А, помада, сигареты, мне тут оставляет масло. Нет у меня сильного лекарства. Я его не могу выкинуть. Сильное лекарство. Это же для лошади. Я не могу его использовать, да? Или могу? Сильное лекарство. 2 из 8 вообще. Тоники 3 из 8, 4 из 8, 6 из 8. Бутылка тоники здоровья. Сильное лекарство. Сука. Не смогу забрать, да? Сигара, кстати, вот сигара могу. Что еще? Сигареты. Цветок. Нет, походу. А, сильное лекарство. О, теперь могу. Или до этого я тоже мог. Или не мог, что-то я не понял. Так, примака для хищников забрать еще. О, хорошо как. Так вот сигареты, кстати, вот сигареты. Вот сигареты, вот надо вот взять. Что у меня тут по сигарам? Дорогие сигареты, и покурить. А то у меня полный. Я мало курю просто. Очень мало курю, и сигары остаются. Так, ищу сигареты. А, чё? А типа дешманские. Я понял, почему. О, давай взять сигареты. Чё они? У вас максимальное количество. А то что они тут будут лежать? Все, мы взяли, что хотели. Или почему-то у меня тут... А, это помада. А, помада для волос. Ну, кстати, я бы... Артур. Бриться мы не будем. Мы, короче, это... Мы же с тобой отращиваем. Еще 7 из 10. Чё так долго? Сука, я уже замучился тут отращивать эту бороду. Намазать его. Волосы намазал. Надо будет потом заехать в город и купить этих бутыльков до хренища. Сколько вообще возможно. Вот, что, помада взять. Для роста волос. А то, что волосы растут медленно, прям беда. 3 деления осталось, а растут очень медленно. Америка, я не понимаю, да что-то про Америку там говорят. Америка охеренно, все дела, бла-бла-бла. Ладно, давай еще один квест, а потом... А потом уже можно съездить в Сен-Дени, там что-нибудь такое повыполнять. Что-нибудь такое, вот, поехали. Все. Волосы сразу такие опрятные стали, хоть у меня они уже и длиннющие. В человеческий вид себя привел. Так, это же недалеко тут от лагеря, они что-то расположились. Как-то они странно. Остановились на полпути такие, давай-ка Артура подождем. У нас тут дело с самогоном наклевывается. Да, вот, недалеко от лагеря совсем. И где вы? А, вот прям повозка. Ну давай, чё. А, кстати, сохраниться могу? Или уже не могу, типа, касцена? Не, не могу. Плохо. Плохо. Или могу? Что-то я не понял. А вот теперь могу. Странно, да, у меня уже на 49,1. Но сейчас будет больше. 49,3. Выполнено. 50% игры. Это меня радует. Привет, Артур. Что ты надумал? Хочу продать это по кому-нибудь. Зачем? Я не знаю, что делать с таким товаром. А они его изготовили, значит, должны сдать кому-то сбывать. А чего бутылки будут зря пылиться? Думаю, что сделка выгорит. Понимаю.
Мы с Датчем просто исполнили свой гражданский долг, когда реквизировали это поле. Теперь я исполню свой долг. Ладно. Мне пора идти. Не буду вам мешать, удачи. А это Джон Марстон, да? Спасибо, Джон, увидимся. Да, это Джон Марстон. Датч попросил его занять каким-то делом, что-то связанное с лошадьми Блейотеров. Ладно, хорошо. Так, поэхали в Брейтором. Ты дорогу знаешь? Я там уже бывал. Что именно мы должны сделать? Это ведь тот самогон, который мы взяли, когда взорвали дистилляторы. Да. Я сбил диалог. Мне кажется, что добрые люди, которые пытались вернуть украденное, заслуживают награды. Разве нет? Я тоже так думаю. И как искать, нам пора наконец с ними познакомиться. Смотри, тут у нас есть два клана плантаторов, и по слухам они друг друга ненавидят до смерти. Блять. Это точно, я и сам видел. У одного парня с Грейв тайный роман с девушкой из семи Блей и Ту Эйтов. Я им помогал. Уму непостижимо. Думаешь, их можно будет использовать? Даже не знаю, но похоже, что они были замечены во всем остальном. Но может быть... Ну, я уверен, что если мы сумеем влезть в это дело, то как-нибудь уж заработаем. А, мы что, самогон будем этому пацану толкать? С которым я уже виделся. Кстати, у меня не было ни одного снимка с браткой Хейзи. А еще у нас тут такой охеренный фон. Че бы взять и не сфоткаться на память. Как-нибудь, я не знаю. У Хейзи такое лицо, такое пафосное. Такое. Едем на дело самогон продавать. Знаешь, вот как в старину такой. В семье, начало 20 века такой, ух. Там охеренный фильтр подходит. Ну, это тоже прикольно, но... Но это слишком херовый. Во, вот этот вообще прям... Ух, прям огонь. Прям огнище. От первого лица будет Хейзи видно? Или не будет? А, ну будет, кстати. А если нажмешь от первого лица? Типа, а, я не смогу. Я могу, типа, только вот, да. Красная трава. О, фиолетовая трава, нифига себе. Можно тут ебать. Сука. Я чувствую, мне не хватит 52 фотографии, которые тут осталось места. Можно ли будет как-нибудь очистить? Ну что, блин, это так красиво, сука. Давай, допустим, замутим что-нибудь вот такое. Да. Я люблю фиолетовый цвет. Вообще прикольно. Ладно, едем, у нас тут бутылки такие. Маленький скромный домик, верно? Здорово, мужики. Здравствуйте, джентльмены, как поживаете? Что там у вас? Самогон, дружище. Могу я поговорить с хозяином дома? У нас не хозяин, а хозяйка. Миссис Кэтрин Блейотт, могу я поговорить с ней? У меня есть деловое предложение. Кто смотрит такой? Я не желаю вам зла, если вы подумаете иначе, можете меня застрелить. Ладно, ладно, одна в доме. О, с нами поедешь, да? Типа такой... Типа слежка, чтоб все прошло. Отлично, мы будем за вами приглядывать. Да, смотри, смотри. Кучер, ты все слышал, езжай дальше. Кучер, а типа без, чтобы имя не палить. Этот сзади сидит такой, кучер, ты езжай. Я не буду тебя называть Артуром. Ну тут, наверное, в круговую правильно будет. Типа это же кольцо. Такое правило дорожное движение, специально по дороге, потом такие направо. Чего вам? Мы нашли кое-что, что там в холмах. Подумали, может, вас такой товар не заинтересует. Какой товар? Выпивка. Я не стану платить за товар, который так принадлежит мне. И я вам этот наш выбор. Ведь у нас есть владение, мы очень старались. Да. Вашу... О, какая мадам. Расслабься, я не собираюсь вас грабить. Хотя, как видно, да. Хотите заключим сделку? И за сколько вы ее продадете? По доллару. Тогда нам хватит 50 долларов. Это наш самогон. Ты считаешь, что это премия... О, можно даже так фоткать. Нифига себе. Я чисто случайно нажал. И можно даже так Хейзи-то взять и сфоткать. О, прикол. Ладно, давай сфотку раз застал этот момент. Считай, что это премия за то, что мы его вам вернули. Иначе мы пойдем продадим его кому-нибудь другому. Иначе мы получим пулю в лоб. А, ну зачем же начинать по-любому с пары бутылок спиртного? Заплати ему.
Правильно, не надо с нами конфликт иметь. Все. Приятно иметь с вами дело. И послушайте, мне ваш товар не брали. Но не самовольно, а я прекрасно знаю, кто вам приказал. Шериф Грей. Знаете что? Нет, я его не виню. Собственно, сэр, вы можете сделать мне одолжение, за которое я накину вам еще $10. Доставьте выпивку в Роудс, зайдите в таверну, которая принадлежит мистеру Грею, и раздайте его посетителям бесплатно. Мама, сыт! Полагаю, это называется расходы на рекламу. Как скажете, мэм. Вы, ребята, потом загляните ко мне и расскажите, как все прошло. Может, сыграем партийку в крибидж. Следующая остановка — Саун в Роудсе. Поехали. Нифига себе. Доставьте Саун в Роудсе. Мэтт, мы же у нее... ну что, наконец-то продал облигации Корнуолла, получил за них около 1000. Я хотел взять больше, но и так и ничего, они ведь горячие. Особенно после бойни в Валентайне. Да, совсем неплохо. Судя по всему, Корнуолл потратил кучу денег на пинкертонов. Он хочет, чтобы они продолжали бороться с бандами, такими же, как мы. Неудивительно. Блин, прикольно. Сейчас будем самогон раздавать. Так, он может что соскочить? У вас, да, чем в городе какие-то дела? Да, мистером Греем, именно. А мы тут влазим в кровавую вражду его семьи. Да, нехорошо немножко. Нужно что-нибудь придумать. Я не буду напрягаться. Ты же знаешь, как я к этому отношусь. Ну, ты, конечно, не будешь. Ты будешь недоразвитым братцем клоуна. Хэзи, в самом деле. Я клоун. А ты мой брат. Идиот просто. Сделай грустное лицо, помолчи. Даже тебя это по силам, Артур. А это обязательно. И надень эту шляпу. Офигенно. Сунь трубку в рот. А вот это должен заснять. Вот это реально такой... А что, он типа не до конца засунул в рот, что ли? Блин, ну тут как-то криво, вот так вот, во. Такой, я тут, Хайзия, раздаю советы Артуру Моргану, как правильно засовывать трубку в рот. Во, отлично. Блин, прикольно такие моменты. Берешь такую, фоткаешь. И... Отпыли губы чуть выше и прищурься. Превосходно. А ты... А я? А ты не умеешь говорить. Ты же у нас идиотом родился. Разбил бедной маменьке сердце. Ничего, ничего, Фентон, ничего, не здесь только. Ладно, едем дальше. Такой прикольный момент поймал. Блин, главное, чтобы эти все бутылки не разбились. А то было бы немножко неловко, если я бы куда-то врезался, а они бы взяли и разбились. Я в шоке, что они до сих пор не разбились. Тут так скачем по таким кочкам. Прям и подъемы, и спуски. А они еще целые. И вот эти ящики сверху, как они вообще не падают? Ой, чуть не заговорился. Сука. Давай вот так вот. Еще через рельс. Пиздец. Я в реальной жизни, мне кажется, они бы уже разбились. Может, что-то это жестко. Реально. Так, еще и люди. Да. Уйди отсюда. Уйди, все. Все, да. Хлеста. Вот так, аккуратно. Заезжаем. Эй, с дороги! Моя остановочка. Роудс, Патрион Хаус. Так, Фентон, спокойно. Вспомни маму, как она тебя любила. Заберите самогон из повозки. Как же, что ты задушил ее в порыве гнева. Так, бери два ящика и иди за мной. Пиздец. Чё Хайди несет, сука? Хайди, брат. С тобой не соскучишься. Господа! У меня тут самогон! Славного тут городишка, вы тут только прибыли с севера. Здравствуйте, я Мелвин. Это мой брат Фентон, он тихий, только не злите его, он слабоумный. Убил маму, только он не виноват. Да, а вы, ребята, не хотите заработать пару баксов?
Ну, конечно, хотите. Доллар по руке. Мы занимаемся рекламой. Мы занимаемся рекламой, охеренной такой. Такой вообще... Блин. Сука, я не могу удержаться просто. Я не могу. Такие охеренные кадры просто. Такой. Вот это, ну, когда будет такой момент, что Артур стоит на фоне Хейзи с самогоном в руках? Ну, когда? А вот никогда. Вот только сейчас. Мы занимаемся рекламой. Это американское искусство. Убеждать людей покупать именно то, что нужно. Даже не знаю. Еще доллары мы дадим вам нам полчаса. Ну что плохого, мы можем натурить за полчаса. Идите потратить их на что-нибудь приятное. Пошли развлекаться, Саурон. Идем, Фентон. Просто раздавай выпивку. Идите на барную стойку в салоне. Ебать. Зайдите в барную стойку. А чё? А, мне не там зайти надо. Мне надо с другой стороны. Господа! Господа! Меня зовут Мэйвин. Это мой брат Фентон. Он немного с приветом, зато выпивку легко разливает. Следующие 30 минут в этом баре, вот в этом городе, все пьют бесплатно. Ура! Вы стали лишь одно. Вы должны выпить все до дна. Так что поспешите, пусть старина Фентон поработает. Но только вы его не слите. Мама его как раз разлила, и мы похоронили ее. Ха-ха, бедняжку. Ха-ха, анекдоты. Ха-ха, поехали. Надо, everybody! Фентон, не одно. Поднять стакан. Давай. Налить из бутылки. Давай, ли-ли-ли-ли-ли. Все, налил. А вот это крепкая штука. Давай мне тоже. Нифига, типа, налить из бутылки. Налили полностью. О, давай, мистер Гей этому не обрадуется. О-о-о-о, Фентон, бери еще бутылку. Тут всем хватит. А где моя? Ты сейчас будет, ты че, неугомонный такой. Здесь бутылки такой, у-у-у. Бутылки кончаются. Фэнтон, ты короче, ты хороший, не слышу его брата. Да-да-да. Фэнтон, сюда! Бля. Вот это по-любому надо сфоткать, по-любому, я не знаю. Зачем, конечно, несколько фильтров делаю, я не знаю. Но потом определюсь, какой из них лучше, и ставлю в конце, возможно, прохождение все это дело. Но это не очень, вот это не очень. Вот этот, ну, нет, тут только один. О, давай еще, еще, еще. Ух. Все шериф на грани, типа, что за херня у вас тут? О, играем, играем. Ту-ту-ту. Эй, давай сюда парочку. Только про его мамочку не вспоминайте. Ага. А какая разница? Фонто, подавай напиток, у тебя что, опять приступ? Я только это беру и наливаю, жена меня убьет. А какая разница, нажимать F или кнопки мыши? Подходите, давайте Фонто, ну скучайте, иначе вам не скучно. Да-да-да. Веселимся, самое оно, не останавливайся, Фонто. Сука. Ебать. Блин, Артур просто, я не знаю. Красавчик, берет им разливает. О, пейте, 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 пейте. Это налетчики из лимона. Добрый вечер, господа. Не желаете выпить? Вы. Я. Это уже гонялось спиртный самогон, который вы хотели купить. Господа, мы просто рекламные агенты. Приходите, садитесь, выпить. Это наша помощь для меня. Мы искренне разбираем церпани, разберемся с ними. Оо. Все на уши. На вечеринку нарушили, короче. Так, ты чё? А ты чё к Хайзи пошел? Я не понял. Не трогай моего брата Хайзи. Во-во-во, подожди. Опа-на. А это ты? Ты тоже? А чё ты тут делаешь? Как ты мне вообще спину зашел? Молодчина, Артур. А где Хайзи, кстати, спрятался? Я что-то его не вижу. Они как-то и сверху, и снизу. Артур, ты где? Идите за Хайзи на их, чтобы скрыться. О, да, бегу, 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 я тут это. О-о-о. Подожди. Нет, все, 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 все. Держимся, все, 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 бежим, 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 бежим. Сука. Охренеть, их тут много, конечно. Артур, беги! О, ты че Хайзи трогаешь? Ублюдок. О, Хайзи такой. О, эй, сюда, сюда.
Я прикрываю тебя, бро. Все, бежим. Устраните нечиков из лимона. А у меня кроме пистолетов ничего нет, да? Блять. Ну че, угорайте. Все, отлично, поехали. Все, бежим, 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 бежим. Оо, ты че? Ты че? Урод. Взял на хэзю прыгну. Ну это же Фентон. Ой, дебилы. Мы, кстати, и выпивку почти потратили. О-о-о, я вам, я вас отсюда веду. Они не успокоятся, да? Жопа. Сюда, они выбрались через черный ход. За нами погоня. А, этот едет. Пэзи, я их вижу. Ой, я случайно. Я случайно попрал. Я не хотел. Арту, займись теми. Да сейчас займусь, подожди. У меня тут... У меня тут проблема с орлиным зрением. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай, чисто без орлиного. Они впереди, давай. Нет, что-то они коктейль стали кидать, и меня это не радует. Я лучше так вот. Все. Чё? Ты чё, дурак что ли? Давай-д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 авай
Справа от тебя, где? Ой, да там и справа, и слева, и сзади. О, справа от тебя, да понял я уже, все. Чего их так много? Все, готово. Поезд! Я его вижу. По старинке, как всегда, поезд не вовремя. Успели, перед тобой, Артур. Так. Ага, спереди еще один. Чё, серьезно? Как я по тебе не попал? Я же по тебе попал. Один есть. Давай, все, в голову. Ух. У нас осталось еще 5 бутылок осталось. Чисто для банды осталось. Или они на поезд прыгнут? А, нет. Слева от тебя. В смысле слева? Справа? А, нет, правильно, слева он сказал. Ну, все. Блин, надо было с собой этот автомат хоть взять, а тут что-то с пистолета. Как-то оно не очень. Даже дробовика нет. Ты их видишь? Не, все. Да, вроде бы нет. Ой, это жестко. Вот, бог ты мой, да это все из-за пары бутылок. Думаю, они просто не хотят мириться с конкурентами. Хорошо, сворачивай с дороги. Да. Жарко было. А что это за два кругляшка вверху? А, типа патроны бесконечные были, все понял. О, приехали. Ладно, все в порядке. Да, ага. Отговори меня, если я внезапно решу заниматься этой, как, рекламой. Ага. Ты не думаешь, что эта женщина нас подставила? Нет, это вряд ли. Может быть, очень странный город? Да, я часто вижу этих парней. Местное ополчение явно не в восторге от новых конкурентов. Я схожу потолкую с мамашей Брейот. Мы кое-что заработаем. Сундук снова наполняется, медленно, но верно. Меня не покидает мысль, что нам лучше уехать подальше и залечь на дно. Для этого потребуется гораздо больше денег, чем у нас есть. Ну что ж, пойду отнесу к старухе будет пару бутылок самогона. А, ну, скажем, знак примирения. Ага. Неплохо повеселились, Фентон. Мы еще сделаем на себя актера. Я потом поговорю с Дачем. Блин, Хэйзи четкий пацан. Мужик. Пацан-мужик. Ну что скажешь? Насчет чего? Про достойных людей, которые живут в этих краях. А они такие милые? Именно. С одной стороны, семья Греев. Шотландцы, дегенераты. Кстати, вот это тоже редкий кадр, когда мы втроем. Чё бы его тоже не взять. Только как-то тут слишком все контрастно. Как-нибудь, ну может что-нибудь такое его. Типа, вообще прикол. Пьяницы, местные служители закона, нарочно не придумаешь. Богаты как крэс. А с другой стороны, их закрытые враги. Брейутеры, самогонщики, лицемеры, им всем сведением купавшиеся. Золоте. И прямо посреди всего этого, красомительная постановка Ромео из Жульетты. Именно. Так что вы думаете, парни?
ограбим и тех, и других. Как-то... Ты уверен? А почему бы и нет? Потому что нами гоняют законники трех разных штатов. Неприятности нам совсем не нужны. Но без денег тоже никуда. А здесь у нас есть возможность обтекать хорошие дельцы. Так что этого никто не заметил. Поэтому, да, эти кретины все равно друг друга рано или поздно... Да, хорошо, значит, Хайзи пошел носить стук старуху. Хорошо, этим определенно стоит заняться Хайзи. Шон тоже отправил особняк Блейвутеров. Ты можешь встретиться с ними. Или присоединиться к Джону Хавьерам, они подошли к Греям. Что насчет лошадей Блэвутеров? Как мы вообще будем встретиться к доверию Греям? Шериф Грей любезно позамолвил за нас словечко перед отцом. За дело нехитрое. Мы убедим обе семьи, что мы на их стороне. А потом их всех ограбим. Когда они поймут, что это мы сделали мы, а не их заклятого Грея, мы уже будем далеко. Считай, это месть за моего папашу. Блин, как они быстро говорят? Хотя бы во время этих снимков я немножко успеваю передохнуть. Вот, кстати, вот этот вот прям отлично. Месть. Дальше я не собираюсь мстить. Особенно за то, что произошло давным-давно. Ну, каждому весть, за что поплатиться. А теперь, Арджо, прошу меня извинить. Мне нужно написать письмо. Напиться. О, боже, какие тут субтитры. Это жесть. Реклама нового искусства. Ну, серебро. А почему серебро? Долго дело, наверное. Кэтрин Брейтуэйт. Еще это хрен выговоришь, в принципе. И быстро прочитать это. Это жесть. Платит Хайзи и Артуру, чтобы те отправились в Роуз и бесплатно раздали украденный самогон в местном салоне. А, меткость. Вот меткость подвела. Но я тут, типа, вручную больше стрелял. Обычно я меткий глаз чаще использую. Стимулятор для лошади? Не. У меня нет места для стимулятора для лошади, так что как-нибудь без него. Да, у меня тут два квеста. Где они вообще? Один здесь. Другую в Брейт, вот он, вот это, та-та-та. Но я сейчас туда не хочу. Я съезжу, наверное, в Сен-Дени. Или не в Сен-Дени. Или лучше съездить... Вот место, где говорили, что там ограбление дома, что-то такое. По-моему, мне надо сюда. Вроде бы мне надо туда. Сейчас я туда доеду. Ограбим его. Он просто далеко в жопе. Я там явно буду не скоро. Лучше, наверное, сейчас заехать. Кстати, где моя лошадь? Я не понял. Где моя лошадь? Он что так далеко, а? Слышь? Кобылка, ты чё? Не пугай меня так. Взяла куда-то, спряталась. Ее место вон там, но я ей специально взял, короче. Ограждение купил там за 200 с лишним баксов. Она там не паркуется, нет? Ей не нравится там. Пошла совсем в другое место. Блин, вот это тоже... Такой был красивый кадр. Ладно, я так его заскриню. Не хочу тратить место в фотографиях. Может пригодиться. Вот. А что тут, кстати, происходит? Кто это? Что это такое вообще? Не понял. Палатка чья-то? Ты кто? Вы кто такие? Опять ты? Вот это да! А, это самогончики! О, здорово. А у нас новый рецепт, я долго его составлял. Рассказывай. Этот самогон на всю страну прославит. Я знал, что рано или поздно мы найдем эту формулу, да, сэр? Еще бы немного трав бы сбалансировать вкус, если принесешь, я щедро тебя отблагодарю. Принять. Ну ладно. Я помогу, с радостью. Я почти уверен, что тут можно набрать каких-нибудь ягод, фрукты, сделать вкус самогона особенным. Блин. Если найдешь какие-нибудь ягоды, тащи их сюда. Бери все, что пригодится. Что приглянется, да. Соберите в окрестностях две штуки. О, у меня же, по-моему, уже есть. Я, конечно, рад помочь, что такое, но вы же не понимаете, что это как-то странно. Эй, наберешь для нас трав? Я уже сказал, что да. Может, у меня есть они?
Ну, увидимся, парни. Ладно, я знаю, ты найдешь для нас какие-нибудь травы. О, боже. Серьезно, у меня этих трав даже нету. Ну, пиздец. Вон там, кстати. Там растет много травы самого разного вкуса. Я не знаю, что за траву вам надо, пацаны. Вот реально. Травы самым разным вкусом. Но вот трава растет. Вон поросята побежали. Блин. Енот-полоскун. Да какой енот-полоскун? Мне теперь надо ломать голову, где вам траву достать. У меня ее нету. Сука. Это пиздец. Нарвался на бесплатное, так скажем. Смотрю, костер, надо подойти. Спросить, посмотреть, что да когда это. Кого, чего, почем. Я не вижу. Не вижу. Хотя, может, туда белочка? А, красная белка? Блин, лошадь далеко, я бы ее подстрелил. Не знаю зачем, но она бы мне, может, пригодилась. Да. Где, блядь, найти вашу ебучую траву? Сука. Где? Где? Я не вижу ничего. Ну, я нашел какую-то траву. Правда, она очень далеко. Они сказали, она должна быть близко, но это, наверное, еще и не та трава. Трава. Просто трава. Ну. Растение тысячелетник. Разблокировано испытание травника. Прикольно. Только это нужная мне трава или нет? Еще съесть? Не, есть я его не буду, нахер. У меня есть лекарства. А что еще? Вот еще какая-то трава. Это что за трава? Черника овальная? А, все, один из двух. Овально-листная, ебать. Ну, это, видимо, вот сейчас один из двух показывает. Сейчас езжу, сейчас дам. Вернись в лагерь самогонщика. О, хорошо. Все хорошо, только чуть дальше, чем я думал. Вообще, на другом холме, он сказал, поблизости. Я думал, в этом леску, а в этом леску вообще ничего нет. Ну, что, наверное, в принципе и логично, потому что если черника бы росла в этом лесу, они бы уже ее собрали. А так, им было лень туда идти, они меня попросили. Ну, что у нас в меню, бросай все вообще котел, а мы попробуем, из этого что-нибудь выйдет. Положить растение перегонный со... куб, да. Это вот сюда же надо вот здесь добавить. Открой крышку, положи их туда. Да понял я. Не раз уже делали, знакомы с вами, блин, сколько уже. Так что не надо. Два черника овально-листная. И чё? Он сейчас будет готов или нет? Okay. Так, похоже, именно это нам и нужно. Ну давай, давай, показывай самогон. Опять сейчас буду набирать. А как это вообще? Да, по-моему, была струя воды. Вот, сейчас будет такой пить. Пить такой. Это надо заскринить. Как ты будешь пить? Только надо что-нибудь вот такое, да. Контрастное такое. Ух. Черт, это восхитительно. Похоже, мы попали в точку. Круто. Похоже, мы изобрели новый рецепт. Пусть самогон немного настроится, а позже сварим еще. Мейкап, да. Спасибо вам, Том, звонки лежат деньги, забирай их. Да, знаю я. Ты мог бы уже не говорить. Весьма признателен. Да. Чернику собрали, взять пачку купюр. А вторая? Оружие, мне же две пачки купюр. Все правильно, правильно. Две пачки купюр, 50 баксов. Изи, 50 баксов вообще. У них там еще какой-то постоянно сундучок, но я его, как правило, не трогаю. Поэтому, да, мы сейчас съездим туда, куда мне надо. Это будет быстро, я надеюсь. Сейчас. Где моя лошадь? Где моя лошадь? Лошадь. Все, поехали. Так. Блин, плохо, что тут не показывают километраж.
как в GTA-шечке, типа, вот, тебе осталось там 2 километра, там 500 метров. Как бы это всегда тебе давало какую-то подсказку, что вот, тебе осталось немного, и ты такой, ладно, все, я почти приехал, все. Ты уже мысленно, когда осталось, допустим, 500 метров, мысленно ты уже был там. А тут такого нет, тут ты тут едешь и не понимаешь, как долго тебе ехать. Тебе приходится постоянно открывать карту, это тоже время. И порой на это просто не хочется тратить время, потому что это долго. Вот. Да, олени мне не нужны. Нет, не хочу. В оленя мы стрелять не будем. Вот если увидим лося. Лося, да. Поросята тоже не нужны, я уже их поналовил. Я же рядом с церковью. А, нет, это не церковь. Просто рядом с церковью постоянно были поросята. А этот дом, по-моему, это же тот дом, который я это в прошлой серии обокрал. Вроде это он. Вроде бы он. А, кстати, просто такой эксперимент. Хочу здесь глянуть. До этого я мог в него зайти. Вот вторая дверь. А сейчас, видимо, все. Может быть, этот алкаш пришел сюда, вон у него тут бутылки что-то валяются. Возможно, он пришел домой, закрылся в погребе. И не хочет никого знать, не видеть, не слышать. Все. Сюда уже не попасть. Я просто не знаю, можно ли было в этот дом попасть до той миссии. Если нет, то тогда понятно, почему тут сюда сейчас нельзя попасть. Это скриптовая хрень. Блин, какое тут небо. Я вообще... Это просто кайф. И Артур еще такой смотрит просто вдаль. Можно что-нибудь такое подобрать. Оригинальный, типа, без фильтров. Ну, можно еще и с фильтрами. Желтый фильтр тут красивый. Я не знаю, что-нибудь. Ну, такой фильтр нет. Желтый мне понравился. Вот старинный можно, но старинный нет. Тут он как-то не очень. Тут и так темно без этого. А вот желтый, вот это, по-моему, желтый, да? Если я не путаю, да, вот это желтый. Желтый самый тон. По ящикам приехался. Ладно, надо ехать, не отвлекаться, стараться. Но не отвлекаться в этой игре не получается, потому что мир, он интересный. Каждое здание, каждый закоулок, закуточек, он пропитан. Я не знаю, чем-то таким вот. А вот в какой-нибудь ассасине такого нет. Ты, блять, ты проезжаешь мимо этих мест и тебе насрать. О, охуенно. У меня лошадь чуть не сдохла. Ты проезжаешь мимо каких-либо домов, там, улиц, и они как-то не пропитаны чем-то особенным. А здесь хочется в каждый дом просто брать, заходить, смотреть. Я не знаю, это именно магия, наверное, игр от Rockstar. У меня такое было и в пятой GTA было тоже интересно. Хотя там, в принципе, по себе такая яркая атмосфера, там больше хочется ездить, чем что-то именно конкретно исследовать. У меня, наверное, такое было в San Andreas, что-то приближенное чувство. Когда тебе хочется туда зайти, и туда, и сюда, и сюда, и туда. Все посмотреть. И вон моя лошадь уже выносливость кончилась. Круто. Блин. Можно что-нибудь такое? На, покушай печенюшечки. Easy now. Овсяное печенье. О, все. Скачи, скачи, скачи. А, этого мало еще. Бля, ну. Сорян, у меня, я не знаю. Ничего такого, наверное, нету. Или хотя, давай троечку. Троечку нам надо ехать. Едем. Едем. Рыжая лисица, кстати. Можно. Вообще, на самом деле, можно поймать. Только с чего тебя надо убить? Можно использовать стрелы. А, лучше взять лук со стрелами или карабин. А, ну я хотел лук со стрелами. В принципе. Да. Но хотел перестраховаться. Как это бывает обычно здесь. Так вот,
Только не для мелкой дичи. Так, давай как-нибудь догоним тебя, я не знаю. Я попал? Нет. По-моему, нет. Да, нет. Нет, 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 нет. А, нет. Хотя, самое интересное, я стрельнул ей не в голову. Она в этот момент подняла туловище. Точнее, задницу, короче, кверху подняла, я ей попал в жопу. В бедро. И мне засчитали попадание, типа, охеренное. Ну ладно. Так уж и быть. Давай погружу. Рыжая лисица может и пригодится. Ладно, поехали. Давай, давай, садись, 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 садись. Садись, 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 садись. Все, блин, какой охеренный тут туман. Освещение туманом. Не... Во, у меня тут 120 баксов. Я не перестану хвалить эту игру. Насколько она красивая. Блин, долго мне еще ехать? Нет. Я так и не могу понять. Еду, еду, дорога не кончается, не кончается. Какой-то дом. Дорога. Назовите себя, сэр, север или юг? Я не с юга, это уж точно. Вам повезло. Капитан Хейден Рассел, 29-й добровольский полк, Амбарандино. Мы привезли новости от генерала Сколика. Вы привезли новости. Кто такой генерал Сколик? Я жду приказов. Скоро мы пойдем на Лимон и выбьем мятежников из Сен-Дени. Вы знаете, какой сейчас год? Что за вопрос? 1862, 14 апреля. А теперь идите отсюда, будьте осторожны. Тут поблизости мятежники. Что-то маразматик какой-то старый. Капитан Рассел. Капитан Рассел, а что с вами, договориться нельзя никак? Я тут на капитана Рассела, значит, метку поставлю лучше. Ты какой-то он мутный. Я к тебе приеду потом ночью. Когда-нибудь еще. Но я не хочу просто с ним сраться. Он какой-то странный. Я просто боюсь, что если я к нему зайду в хату, то будет пиздец. А я не хочу пиздеться. Убивать его, что-нибудь такое. Пусть себе живет он. Просто что-то потерялся во времени. Да. Но я к тебе вернусь, старик. Я к тебе вернусь. Запомни. У тебя тут какая-то вышка еще. Ой, подавно. Ну просто у меня времени мало осталось до конца серии. Прям очень-очень-очень-очень мало. Мне надо ехать. Я бы, возможно, даже езду какую-нибудь вырежу. Не хочется делать опять на 1:30 видео. Это у меня уже перерастает в традицию. Если я раньше пытался делать, то где-то 1:15, 1:20, то последнее видео 5, наверное, у меня чисто 1:30 идет. С этой вот бесконечной ездой. А вот и точка назначения, собственно. Как я охрененно припарковался. Я не собираюсь это покупать, мне это не нужно. Че не нужно? Ты оглох, проваливай. Валяй отсюда. Пошел. Так, а, я же помню, ты не заставляй меня уходить из дома. Я помню этого старика. Слушай, я же тебя помню. Сделай одолжение, уходи. Давай, давай, давай. Выходи. Выходи, выходи, выходи. Выходи, 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 сука. Я помню, ты у меня, короче, забаговался. Это у тебя мне дом надо украсть или что? Я чуть не понял. Мужик, слушай. Чё за дела? Чё тут происходит? Мне надо обокрасть дом. Это этот дом? Да, 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 да. Лежи тут это, короче, на месте. Мне надо понять. Да, вот, даже столик открытый. Сука, я даже тебе столик открытый оставил, понимаешь? Правда, банки что-то я у тебя не забрал. Как я оставил банки? Или у меня места не было? У меня, наверное, места не было, да? Да, кокаиновая жвачка не было места, а тут что? Да, я тут все лутал. Я тут все лутал, так что это? У тебя тут карта сокровищ была вот в этом шкафчике. А в какой дом мне тогда надо? Что-то я не понял. Мне надо ограбить дом?
Но это не тот дом. Сука. Что-то я ни хрена не понял. Вообще не понял прикола. Мужик заспамнился. Я уже его вроде бы здесь убил. Или я помню, он меня убил. А потом, когда я перезагрузил сохранение, его здесь не было уже. Да-да-да-да-да. Закрыто тут. Не понял. Как мне взять вот... Вот это вот, блядь. Как мне это сделать? Я, короче, загуглил это дело. И это ограбление у меня сейчас, оно просто недоступно. Оно реально недоступно сейчас, я его просто не сделаю. А это ограбление будет доступно только в середине 5 главы. Я немножко ушел, конечно, далеко, но... Да. И получается, мне надо будет ехать в следующей серии в Сен-Дени. Вот Киран попросил, я уже забрал его награду, почему-то она здесь висит еще. Вот, мне надо будет ехать в Сен-Дени. Это находится вот здесь, вот Сен-Денис. Мы прям заедем с парадного входа и будем изучать этот город. Я в нем был очень мало, вот. И тут у меня еще квест недалеко как раз. Незнакомых встреч я больше не вижу. Ну и в принципе все. Ладно, тогда мы на этом закончим данную серию. Вот таким вот странным образом я связал мужика, который меня как-то убил в одном сохранении, но потом я его потерял. Квест, который я хотел выполнить, я не смог выполнить. Но, возможно, выполню как его. Как-нибудь его потом. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите поддержать мой канал, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Рассказывайте своим друзьям. И до следующей серии. Всем пока.